Башкирский электроапокалипсис. В субботу в Стерлитамаке на несколько часов отключилось электричество в домах и торговых центрах. Перестали работать светофоры, остановились троллейбусы, производство и работы больниц. Обесточенными оказалось 80% объектов социальной сферы. Так называемый blackout или массовое отключение электричества – последствия серьезной аварии. По информации от помощника оперативного дежурного Министерства энергетики Российской Федерации, на подстанции Бекетова произошло отключение первой системы шин 500 кВт. Причина аварии устанавливается. Последствия аварии ощутили на себе свыше 600 тысяч жителей республики, в том числе Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Уфы, а также соседних Челябинской и Оренбургской областей. Город к такому ЧП оказался не готов, отметили сегодня на оперативном совещании в администрации. Отключение электроэнергии показало, что город не вполне готов к сложившейся ситуации. Ряд предприятий были переведены на автономные источники энергии, однако некоторые предприятия были вынуждены приостановить производство. Также была приостановлена работа на некоторых водозаборах. Тем не менее, работа была восстановлена в краткие сроки. В связи с этой ситуацией принято решение провести на неделе внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены все эти вопросы подробно.